Всем привет, друзья! Я сегодня решил поискать голавлика на одной речушке. Попробую поискать. Может, возле дерева. Попробую более глубоководным по ямке пробить. Может, в ямке где сидит. Кто-то клюнул в ямке. Ну, по поклевке похож на окуня. Вот такой окушок. Небольшая фотосессия. Ну и давайте отпустим его. Похоже, что... Давай. О! Пошел. Похоже, что голавлик скатился ниже, а его место занял окунь, который любит чуть более тихую воду, чем голавль. Вот почему, друзья, очень важно иметь поводки. Я всегда ставлю струну, иногда с застежкой маленькой, иногда без застежки, с карабинчиком. Это не важно, просто в этот раз я думал, что буду ловить на вертушке, но, вероятно, я еще и буду ловить на вертушке. Поэтому у меня такой поводочек маленький с карабинчиком и с двойным вертлюжком. Для вертушки хорошо. Вот. Ну и видите, по ямкам прошел, на одной из ямки клюнул окушок. Периодически что-то плюхает. Но почему-то брать... О! Была атака. Была атака только что. Поклевочка была, но... Что-то безрезультатно. Видимо, не крупные. О, поклевка еще раз была. Оставлю такого. Чуть-чуть повыше идет. О, есть. Ах ты, зараза. Окунь. Вот такой. Давай. Чуть-чуть на веточку закинул. О, поклевка была. Была поклевочка. Почти в самом корче. Это ж рискованно туда закидывать. Дадим чуть-чуть сплавиться. Нету. Почти сам корч кидаю. Вот поклевка была почти в корче. О, выход, 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 выход. Ах ты.
но очень маленький. Я не знаю, в камеру, возможно, и не видно. О, кто-то есть. Кто-то есть за корчом. Ну, похож на окуня по поведению. Окунь. Вот он какой. Сошел. Хорошо. Такое тихое место как раз получается за корчом. Тенечек, приямок. В таких местах, конечно, окунь любит сидеть. Другое дело, что я приехал не за окунем. Надо так вот точно закинуть между ветками нависающими и этим корчом. И вот тогда произошла поклевка как раз в такой момент. Попробую под самые нависающие ветки. О, хорошо получилось. Посмотрим, есть ли кто там. Никого. Попробую еще разок так вот. Ох, как хорошо закинул, но, наверное, цепану корча. Пришлось форсировать. Здесь еще местечко неплохое. И вот там я вижу трава. Попробую перед травой. Нету. Ну, тут приямок и небольшой перекатик. Попробуем сначала перед перекатиком. Теперь за перекатиком. Ну вот, рыбка плюхает здесь. Попробую так аккуратненько раз под сам берег и за этим водоворотиком провести. Место-то хорошее. Попробую здесь сменить приманку. О, кто-то попался, но, видимо, сошел. Ничего пока. О! Окуняра. Похоже, что сам не отцепится. Ну, плыви. Что-то не та рыба. Не тот нынче голавль пошел. Окушки. За корчом, конечно, будет рыбка, но... Очень рискованно проводить возле корчей. Очень близко, если проводить, то это рискованно. О! Была поклевка. Вот подхожу к... О, голавлики плывет, вижу. Вижу здесь голавля. Визуально вижу. Хорошее место. Поставлю такого.
Подбил. Не может захватить, этот жук большой для него. О, о! Догнал таки. Друзья, к сожалению, разрядилась моя камера внезапно. Поэтому пишу на телефон. Жаль, что нету с собой дополнительной флешки. Начался клев, пришел голавль. Вот такие красавцы попадаются буквально на каждом забросе. Ну, извиняйте, я буду отрываться, ну а вам покажу в следующий раз. Эту красивую рыбку я, разумеется, сейчас отпущу. Пускай она плывет. Вам спасибо, что смотрели. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Обещаю в следующий раз взять с собой дополнительную USB-карту. Ну что, плыви, друг? Поплыл.